здесь собрались, во-первых, для евангелизации этому городу, о том, что церковь не только это внутреннее сообщество, но это церковь, которая не безразлична то, что происходит в этом городе. Нам не все равно, что происходит здесь, нам не все равно, в каком состоянии находятся наши улицы, поэтому мы сегодня вышли на эту акцию для того, чтобы сделать наш город чище. И чтобы этот мир увидел, потому что церковь способна что-то сделать хорошее для этого города. Я пришел сегодня на субботник, чтобы своими делами явить Иисуса Христа людям неверующим, потому что написано то, что вера без действия она мертва. Чтобы люди, глядя на нас, видели в нас Христа Иисуса. Эфиль, который на 44-м квартале, мы сюда пришли, чтобы сделать наш город чистым. Слово веры сегодня вышли на субботник, так как в рамках празднования 500-летия реформации, в рамках общегородского субботника мы хотим показать людям, что верующие люди — это не только молитва и прямое общение с Богом, но еще и непосредственная помощь своему городу и жителям нашего города. Вот сегодня все, кто мог, все, кто хотел, присоединились к этой акции, несмотря на погоду, мы вышли убрать, чтобы наш город был чистым. Акция называется «Чистое место, чистое сердце». Мы хотим чистый город, и все начинается с нас. Мы считаем, что с этого начнется изменяться город, и люди начнут относиться правильно к тому, в каком состоянии город. Мы убираем наш город, потому что мы хотим, чтобы наш город был чистый и внешне, и внутренне. Показываем пример людям, жителям этого города, чтобы были не безразличны. Да, Иисус сказал, что мы свет этому миру. Свет — это всегда чистота. Поэтому сегодня церковь вышла на этот субботник, чтобы вместе с активными гражданами города убрать территорию там, где мы живем, чтобы город был чистым, чтобы всем было приятно. Убираем территорию, чтобы было чисто для людей и для Бога. Я люблю свой город, я хочу, чтобы он был чистым.